Приплыл у нас релиз iOS 14.7 Beta 2. В этом релизе ничего нового не подвезли. Около 300 мегабайт на моем iPhone 12. На всех остальных тоже может быть плюс-минус также. Что же нового завезли? Какая здесь автономность? Давайте с вами поговорим. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Друзья, хочу огорчить вас, к сожалению, ничего нового нет, скорее всего, это именно из-за того, что у нас вот уже скоро WWDC 21, то есть нам предоставляют новые гаджеты, новую систему iOS 15 нам продемонстрируют и все то, что в принципе в духе Apple. Поэтому ничего тут такого я вам рассказывать не буду, просто это 100% что-то внутри системы меняют. Как мы знаем, в iOS 14.6 релизнули нам те фишки, которые были ранее озвучены, то есть именно Boost пошел на очки в Geekbench, Antutu, то есть в 2 раза увеличили, но автономность очень хорошо просела, то есть на iOS 14.5 была лучший результат, чем 14.5.1 и 14.6. Я думаю, здесь будет направление именно как раз в iOS 14.7 на то, что это последняя версия будет перед iOS 15, и они максимально пофиксят именно автономность. Надеюсь, очки не порежут эти, которые нам дали. То есть производительность действительно такая будет. И она проявит себя в целом в системе. И добавят, конечно же, нам именно автономности. Так как это для меня важная часть. Вы напишите в комментариях, какая для вас важная часть. И также самое главное, чтобы не проседала камера. То есть мы знаем, что Apple у нас начинала занижать с... Вот как раз автономностью у нас появились эти проблемы, начали замечать, и то есть были разные суды по этому вопросу и так далее, и так далее. Поэтому это в духе Apple, они также могут специально занижать производительность, там где-то в каких-то качествах, там фото, видео меняется, естественно, и как бы, опять же, маркетинговый ход заставляет нас покупать новое устройство с каждой новой версией, iOS убиваются старые девайсы. Будем надеяться на то, что они все-таки будут благоразумны, благосклонны к тому, что все-таки все будет пофиксено, сделано для людей. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся!